Всем привет! Вы на канале Гав Мяу Чик Чирик. И сегодня мы будем снимать пересадку хомячков маленьких. Все. Мы решили, то, что мы отсадим только пацанов от ромашки, а девчонки пусть будут у нее пока. И поэтому сейчас мы будем им засыпать опилки и обустраивать у них все. Так, все. Мы решили им маленький пока поставить. Дальше. Хотя мне кажется, что-то он реально какой-то слишком маленький. Ну давай поставим другой. Хотя сойдет. Дальше у нас идет два. Как это правильно называется? Бассейн? Да, да, бассейн. С песком. Песочный. Давай. Сып, сып, сып. Все, хватит. И все. Так. Туалет. Песочный суем. Так, нет, вон это надо еще. Так. Так, теперь тарелочки. Не-не-не, лучше давай тогда тот домик. Тот домик тогда. На марке. Вот этот вот дом, тут сейчас будет еда и сразу вода. Активали. Мне кажется, можно было сначала помыть. Блин, иди помой это. И сразу помой вот это. Да. Это не надо. Сюда просто давай. Высыпать надо этот. Я сидим пока еду ромашки, да? Угу. И девочку. Кирилл уже помыл и налил воду. Все, теперь надо определить, кто из них кто. Да. Кто девочка, кто мальчик. Так, ну все, вода есть. Теперь есть. Так, ромаха. Давай ромаху отсюда вытащи. Давай ее вообще сейчас. Сюда посадим? Да. Стой, тебе нужно домик тогда. Вытащи их все из домика. Все, это домик. Так, вот это вот тоже пацан. Три мальчика, пацана. Одна девочка. Одна девочка. Ау. Так, им надо вот это? Или куда? Ну, свободно. Они найдут деньги там? Да, они же залазятся, наверное. Все? Так, ну что, все, наверное, на этом.